перейти при первом эксперименте. Помимо воды у меня имеется первый рабочий раствор, второй рабочий раствор и сам технический тонер. Это раствор сернистого натрия 5%. Он выделяет резкий запах, но, к счастью, им не приходится работать дольше нескольких минут. Это что за процесс будет сейчас? Вы скажите, это будет процесс частичного тонирования, который представлен в втором кадре. Спасибо. Это вода. На те места этот первый раствор, которые будут находиться, которые впоследствии несут второй раствор. Ну, такое вот в общих чертах намечаю. К равномерности не стоит стремиться. Вот мы его нанесли, в принципе, надо дать ему высохнуть. Никакого видимого эффекта не будет пока. И пока он высыхает, я солью на место раствора, потому что всегда же будет залитый кадр. Они друг другу не помешают, потому что по составу не сильно отличаются. Второй раствор тоже состоит в основном из красной пыльной соли, но у него там ее гораздо больше. Также там находится двуместный калий. Оттенок будет уже неприятный. Вот у нас такое влажное изображение. У нас тут некое подобие мокрого стола, поэтому можно позволить себе немножко полить. Следует смывать этот раствор сразу же. То есть для этого у меня здесь лейка. Вот этот второй раствор. Он будет сейчас окрашивать изображение. Чтобы не скрывать камеру, я беру банку большую. Итак, ответственный момент. Понимаете, если как бы нанести его на сухой, он слишком быстро начнет действовать и не будет эффекта. То есть его будет эффект в ненужных местах. Вот тут, допустим, хватит, я смываю, а тут пока нет. С неба я смываю, потому что я не хочу его тонировать. Вот тут я его смываю. Вот так. Ну, в принципе, смываем полностью. И сейчас его быстренько промоем, во втором этапе нанесем. Во втором этапе можно ретушировать получившийся результат при помощи небольшой кисточки. Вот это обычная кисточка, ничего особенного. Ну вот сейчас вот в деревьях, потому что в деревьях он не проработался, я слишком быстро смыл. Есть возможность тут проработать в деревьях, всякие тонкие места, вот верхушки деревьев, как я там старался сделать их. Вот это приходится добиваться. Вот видите, тут очень сильный уже эффект. И желательно это выровнять. Понятно, надо вот кисточкой теперь тут везде водить, чтобы было точно так же, иначе будет странно. Ну, в данном случае, конечно, у нас не так много времени и нет возможности поработать с контрольками. Поэтому я просто продемонстрирую эффект, не буду особенно ущерцивать. Уже в воде, потому что раствор останется в изображении. Если позже, он больше тонироваться не будет, чем он есть. То есть, в принципе, сейчас мы уже не можем влиять на изображение. Влияли мы на него вот в первые две стадии. Так, вот этот запах мы его все почувствовали. Вот в этом месте он уже будет некрасивого оттенка, потому что мы их передержали. Запах просветления. Да, да, просветление. Вы можете заметить, что несколько выравнивается то, что было неравномерно нанесено по разному оттенку. Оно, в принципе, в процессе тонирования выравнивается. Выглядит не так страшно, как могло бы. Так что, в принципе, тут... Вот результат. Это видно. Это процесс, требующий просто практики. Химикатов немного, опять-таки красная крывная соль и диасульфат натрия. Они нужны, ну, для проявителя, ну, красная крывная соль обычный осветлитель. Диасульфат натрия тоже распространенный ингредиент. Можно это купить, просто прийти и купить набор готовый или нужны химикаты. Это очень здорово. Конечно, я не все процессы мог освоить, я выбрал 7, потому что я смог сделать процессы такие дорогие, как плотинотипия, например. Это, конечно, не для меня, и, видим, тем более на таком формате, и вообще не для нас. Пока еще. Я надеюсь, что рост интереса продолжится, потому что сейчас появляются не только форумы, где это обсуждают, но и сайты с удобной навигацией, со статьями, посвященными этой теме. То есть мне не все пришлось переводить с английского для того, чтобы найти необходимую мне информацию, что-то есть на русском. И это очень радует.
Это здорово. Все, спасибо за внимание. Сейчас я займусь уборкой. Можно посмотреть? Да, конечно. Вам промывайте.